Упал, очнулся, реанимация. Так свою историю описывает водитель Иван Машкара. Еще 3 недели назад медики боролись за его жизнь. Инсульт, кровоизлияние в мозг. Такой диагноз прозвучал в стенах больницы. По словам Ивана Васильевича, проблем со здоровьем никогда не было. Даже давление, как у космонавта. В анапскую больницу его привезли коллеги. Здесь ему поставили точный диагноз, оказали всю необходимую первичную помощь. Именно это стало залогом успешной операции, которую уже провели коллеги из Краснодара. Тяжелая операция. Он сказал, как он мне сказал, прямо в глаза он мне говорил, Иван Васильевич, эти после такой болезни, если бы тебя попозже привезли, возможно, уже бы тебя мы ничего тебе не сделали. Ну, повезло в жизни, слава Богу. Спасибо врачам, что ему сказать, молодцы, молодцы все. Все-таки ругаемся мы на них, бывает, зря. Они чем могут, помогают, много помогают. Сейчас Иван Машкара проходит реабилитацию в анапской неврологии и ждет скорой выписки. Немаловажную роль сыграла своевременная транспортировка пациента. Однако главное – правильно диагностировать недуг. Всегда можно различить, в конце концов, у нас есть сейчас нейровизуализационные варианты, как компьютерная томография того же головного мозга, на которой просто можно увидеть. В городе-курорте есть все условия для своевременной диагностики. УЗИ сосудов головного мозга, компьютерная томография, а также аппараты для выявления сердечных патологий. Как признаются врачи, многое зависит и от пациента. Ведь регулярное посещение медосмотров и внимательное отношение к своему здоровью помогают предупредить опасное заболевание. Ирина Меркурьева, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа регион.